если вам очень захотелось, сильно именно захотелось купить какую-то вещь, какую-то там, я не знаю, там брелок, одежду, какую-то электронику, не стоит с этим торопиться. Лучше изучить данный вопрос на том же самом YouTube, в интернете, посмотреть отзывы на этот предмет. Может быть, есть вещь гораздо лучше. Она есть, вы ее потом обязательно найдете. И после того, как вы там купите замечательный ножик, раскладной супер-пупер надувную лодку, вы наткнетесь уже после приобретения на лодку, которая лучше, на ножик, который легче, на ножик, который многофункциональнее. Так что лучше перед покупкой очень сильно изучить данный вопрос, посмотреть отзывы, решить для себя, стоит либо не стоит покупать ту или иную вещь, приобретать. Вот. Но самое главное, дайте этой мысли прожить хотя бы 48 часов. Если через 48 часов вы все равно захотите купить какой-то предмет, то вперед. Если не захотите, то значит он вам и не нужен был. Вот. Если кому-то было полезно это видео, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья, оставляйте комментарии. Всем пока!